Всем привет, ребята, меня зовут Миша, и сегодня я вам покажу цветами постройки. И давайте мы начнем. Поставьте лайк для этого видео, чтобы я построил все тайные постройки, которые есть в Майнкрафте. И для этой тайной постройки нам понадобятся плиты. И вот такие вот плиты. Теперь вот здесь поставьте. А что это, вы угадаете? Это же стул, стул, стул. Ну, так вот, кто вообще подойдет на всех ваших домах и стал. И давайте я вам покажу еще тайную постройку в Майнкрафте. Итак, мы просто берем плитки еще. Плитки, плитки, плитки. Нам еще нужно поставить булыжник. Оп-оп-оп. Поставить еще 4. Ой, что за фигня. Вот такой вот у нас стол сейчас получается. Вы можете построить каждый этот стол в Майнкрафте. Каждым. Вот такой вот у нас стол сейчас получился. Вы можете туда поставить, что захотите. Смотрите, вы туда можете, смотрите, что поставить. Вот и это. Тоже еще тут можно поставить. Торчик. И тут разные можно еще вещи ставить. Смотрите. Как вам построить индикатор? А чтобы нам построить индикатор, нам нужно поставить это, чтобы у нас летал. Теперь нам нужно взять еще один предмет. Вот этот, смотрите так, смотрите, индикатор почти выше. Так, так, так. И это, чтобы у вас все теплилось. Блин, провода не вылазят. А это типа провода. Что за фигня? Все. И такой вот он индикатор получился, блин. Индикатор вообще сложен строить. Все, смотрите. И это у вас получится такой индикатор с кнопочкой даже. Вы можете сделать в любом Майнкрафте такую постройку. Даже если у вас нет плитки. Любого можете блока построить. Так, ну и вот, кнопка у нас готова. Вот такая вот кнопочка. Можно на нее подпрыгнуть. И давайте я покажу еще одну постройку. Итак, если вы хотите построить свою трубу прямо на доме, вы просто ставите такие вот заборчики. Смотрите. Вы просто ставите вот эти вот штуки, они прикрывают все. Немного. Потом вам нужно взять табличку. И ваши трубы готовы. Вы можете удивить своих друзей. Всех своих друзей. Так, можно тут X написать. Ну вот у вас получается такая вот труба. Сейчас заходите, а ее труба висит над вами. Чтобы... Еще вы хотите узнать, как сделать овечек разными. И давайте я вам покажу. И знаете что? Как сделать вам овечку другого цвета? Просто берете вот такие вот штуковины и яйцо.
мальчик. Вы подумайте, для чего вот эти вот штуковины? А чтобы их покрасить. Можете в любой цвет покрасить. В этот. И в этот. В любой. И вам, наверное, понравилось. Вторая постройка. Ой, какая-то еще постройка. Для этой постройки нам понадобится один заборчик. И вот такой вот тортик. Что это такое, по-вашему? Так это вообще какая-то фигня. Угу. Вот такую вот у нас постройка странная. Ну, наверное, ваших друзей все увидим. Так, тут можно ставить. Ну, я вам показал, как сделать разноцветных овечек. Вот, нафиг. Смотрите. И сейчас. И, кстати, вы хотите узнать, как построить свою собственную стрелялку, которая построит сама? Итак, мы делаем вот такую вот штуковину. Там посередине. Вот это. Смотрите, оно начинает моргать. Так, смотрите, вместе с ними редстоун. Видите, моргает? Так, нужно рычаг найти. Рычаг. Рычаг. Все, давайте выключаем. И нам нужно туда поставить немного стрел. Так, вставляем. И вставляем. И смотрите. Сейчас будет вам вообще интересно. Так, смотрите. И смотрите, нажимаем на этот рычаг, и опачки. Вы подумайте, что это за самострелялка? Она может стрелять в любого моба. Которая даже к вам подкрадется. Так, давайте обратно засунем. И смотрите, я хоть создам хоть какого-то моба. Что это? Так, такого яйца никогда не видел. Что это за яйцо такое? Давайте отлетим подальше, может это какое-то грозное яйцо. Крипер. Меньше. Маленький. Смотрите. Создаем тут моба, смотрите. Смотрите, он не рвает. Теперь уберем монстров. Все, монстры исчезли. И вам понравилось? Вам понравилось? Понравилось? Надеюсь, что да. Смотрите, я даже там тортик поставил. Прикольно. Итак, если вам понравились эти все тайные постройки. Это не 10 же. Не надо было гость будет. Я попросила. Ну, если вам понравились эти постройки, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые серии. И всем пока.